Федора Ларина пишет нам из Москвы. Нас просто слушают через интернет, естественно, во всем мире, соответственно, хоть мы вещаем из Чикаго, из Америки, но нас слушают во всем мире, слава богу, интернет-радиостанция, она нам это позволяет. То есть у нас вопрос такой: от меня ушел парень, можно ли его вернуть путем магии? Спасибо. Все зависит от того, то есть как бы по совместимости вот именно двоих их. Да, если несовместимы, если у них все как бы можно сделать. Но это ритуал черной магии. Да. Можно сделать какой-то приворот, присушку. Но обращаться нужно желательно к мастеру, потому что человек, который сам сделает это, опять же говорю, что это вот именно как бы черная магия, дача может быть нехорошая. То есть как бы и насильно люб не будешь, на какое-то определенное время этот приворот сработает, потом пойдет отдача. Ну да, человек, который не умеет защититься от этого, он потом это все и получит в виде кармы, которую придется усердно отрабатывать так или иначе. Да. А так, в принципе, посмотреть, вот все нормально, то это можно сделать. Но вообще желательно просто разобраться, вообще я советую, тоже очень углубленно к этому вопросу отношусь, лучше сесть, просто разобраться вот именно конкретно, то есть двоих плюсов и минусов человека, да, потому что, ну, сейчас вот как бы распространено вот именно гражданские браки, оно по большому счету, в принципе, даже это нормально, то есть не надо эти узы, как говорится, завязывать вот именно как бы штампом, а человек вот именно какое-то определенное время пожил, он увидел действительно, есть гармония или нет. Если нету гармонии, то если пошли изначально вот именно там склоки, скандалы, там, ну, как бы ругань, то я считаю, что лучше этого не делать. То есть можно, да, там, выражить, но это все временно. Если изначально не пошло вот именно, нет совместимости, то это лучше не делать. Понятно, Инесса. Спасибо вам огромное за вашу информацию.